На пути духовного возрождения немаловажную роль играет сохранение, пропаганда и популяризация национальных видов спорта. 2018 год начался с хорошей новости для спортсменов Юга. Накануне в Шымкенте прошло торжественное открытие клуба «Показавшая крест» имени Балуана Шолака. В церемонии участие принял президент Всемирной Федерации Ислам Абишев, который выразил благодарность всем, кто привносит свой вклад в развитие казахстанского спорта. Аналогичные клубы, направленные на стратегическое продвижение и популяризацию национального вида спорта, а также повышение мастерства казахстанских палуанов, работают всего в нескольких регионах республики. Теперь такой спортивный клуб есть и в Южно-Казахстанской области. Здесь будут готовить кандидатов и членов сборной казахстанских команд по «Казахшах Курес», оказывать им спонсорскую поддержку, а также обеспечивать спорт инвентарем. Сегодня нашей главной задачей остается включение казахской национальной борьбы в олимпийский список. В достижение обозначенной цели свой неоценимый вклад должен внести каждый казахстанец. Только тогда это станет возможным. А открытие таких спортивных клубов – это один из первых и верных шагов в данном направлении. Мы должны развивать данный вид спорта. В первую очередь, «Казахшах Курес» должен быть интересен нашей молодежи, а потом уже развивать его на всемирном уровне. Возможно, даже откроются такие клубы и в других странах. В настоящее время в составе клуба по «Казахшах Курес», построенного при спонсорской поддержке товарищества с ограниченной ответственностью «Гимарат Хролос-1», 16 палуанов. Капитаном команды борцов является Адильжан Астыбаев. Кроме того, тренировать спортсменов будут 4 высококвалифицированных тренера. Вы сами знаете, на каком уровне развития в настоящее время находится «Казахшах Курес» благодаря поддержке президента. Сегодня казахским национальным видом спорта интересуется во всем мире. Активно и успешно он развивается и в нашей республике. Сегодня главная цель – это поддержка казахской борьбы и спортсменов. Была создана конфедерация, которая объединила в себе 5 видов спорта. Поддержка национального спорта – своего рода важный шаг в сохранении национальной идентичности. Так инициаторы идеи решили поддержать программную статью главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Анна Шолгина, Батыр Оразбеков, Ербол Махашев, Оңтүстік Ақпарат.